тебе точно не знаю. Ты куда, мать? Аккуратно. Ну нет, вообще нет. Ну, хоть список, но еще. Сейчас есть ребят, которых освободили из плена, наши защитники, уже воины, которые защищают нашу страну, которые попали в плен и которые освобождены и везут их сейчас сюда в госпиталь. Вот, и был кинут клич встретить ребят. Жители Днепропетровска собрались с патриотичными настроениями, с флагами, с цветами. Слава Украине! Хочу жестко это все объяснять. Это жестко было. Не хочу это объяснять. Не могу даже. Как вас зовут? Позывной или имя? Как мы? Или фамилию называем, не называем? Кого? Вас. Нет, спасибо. Ну, имя. Виктор. Да. Ну, спасибо, что вернулись. Первый день, когда возвращаются наши защитники, посмотрите на их счастливые лица. Это еще огромные слова благодарности нашему руководству области и волонтерам, которые встречают всем, кто переживал и всем, кто ждет. Значит, приехали ребята из 6 областей. Это Днепропетровская область, Харьковская, Запорожская, Черновицкая. Ребятки, еще какие были? Полтавская. Да, в общем, все, настроение нормальное. Бригады отличное. Какие? Бригады, батальоны. Да, бригады. Значит, 39-й батальон ТРО, есть 17-я танковая, есть еще одна воинская часть, даже скажу вам название, потому что это... 93-я бригада. 93-я, 14-28. 93-я, 39-я, 17-я танковая, 14-28.